Всем привет! Доделываю я объект. Сейчас немного работа притормознулась. Перешел я на другой объект. Так, ну вот такая кухня получилась. Два вида обоев. Одни Rush, другие Emprise. Вот эти мне вообще очень понравились, конечно. Это Rush. Все так вот сделано. Карниз будет, натяжной потолок. Сделали из гипсокартона из-за того, что провода мешают. Так, далее. Бендюшка. Коридор такой. Коридор переклеиваться будут. Обои бракованные попались. Вот швы видно даже. Швы не стыкуются. С одной полосы не должно быть веревочки. А с другой должна быть. А здесь получается они две стыкуются. То есть съездили, посмотрели, на самом деле партия эта бракованная. То есть сниматься будет и переклеиваться. Так, вот такой короб. Алексею Андреянову спасибо. То, что подсказал, как надо крепить. Не крепить, а куда ее ставить, подсветку, чтобы не было отражений от внутренних углов. Так, вот такой зал. Ламинат лежит без порогов, одно полотно. То есть все поперечные совпадают. Все швы совпадают во всех комнатах. Порог прикрепил сегодня. Сегодня такой уже как бы завершающий на данный момент день. Так, спальня такая получилась. Что мне остается? Остается коридор. Сделать камень, обложить, поставить двери, установить плинтуса, декоративный камень. Такой туалет получился. Потом сделаю видео более подробно, как я его делал. И ванна. Здесь какая-то часть кирпичного материала лежит. Все. Всем спасибо. До свидания.